доползти до этого. Куда смотреть, я не знаю. Короче, туда, наверное. В дырочку. Пожрать села Иринка. В камеру не влазю. Развернула телефон. Короче говоря, дело было так. Я ту году, я не продвинутая. Меня не двинут, не сдвинут. Вот. Значит, тот, кто получает кнопки в Ютубе, оказывается, ее присылают по почте. Я думала, ее на канал ставят. А нафиг она вообще туда нужна? Если ее по почте присылают. Мне серванта нет, серванта ее ставит. Нафига? Она мне туда вообще... Если бы они ее на канал нарисовали, то другое дело. А так что? Мне сервант придется новый покупать. Короче, говоря, что ничего не короче не говоря. Длинно буду говорить. Вот. Попахивает, что ли? Чуть-чуточку. На улице жарко. Так, ну что, хорошо? Нормально. Ну, жарковато, Игорь, на корень. Сейчас сходим погуляем. Куда сходить? На площадку, да на речку. Вот тебе и гулянка. Ни парка, ни задрепанка. Нету. На площадке болото. На речке сухо. Не знаю. Дел куча. На почту надо идти. Хрень ты там заказала одну для ног. Сегодня не пойду, завтра пойду. Сделаю растопырку. Лето. Ноги надо приводить в порядок. Грибки на ногах надо лечить, у кого есть. У кого нет, лечить, чтоб не было. Ухаживать. Короче. Чтобы все было в порядке. Ноги, чтобы не воняли. Что там? Шпатнярами.